Всем привет! В общем, такое дело. Ну, как обычно, на Озоне работают интересные люди. Заказал кучу посылок. Ну, естественно, не стал их там проверять особо. Ну, то есть, забрал да ушел. Народу, в принципе, много было. Причем заказывал, я-то помню, что я заказывал. Ну, и как бы оно отображается в заказе. Но самое интересное не это. Самое интересное то, что, как бы, вот, ребята постарались. И в очередной раз сделали определенную каку. Не знаю, может быть, только мне так везет. Или многие скажут, что там, да, надо проверять. Ну, как бы, когда за тобой стоит очередь, особо не до проверок. Вроде бы все то, что нужно было, забрал, даже как бы больше. Оказалось, что я еще как бы не получил вот данный товар. Но... тем не менее, он у меня уже на руках. Ну, не знаю, посмотрим, что будет. Наверное, все-таки обновится и заказ. И они высветят то, что я действительно его получил. Но тогда получат вот этот отзыв. Если нет, тогда это останется чисто на Ютубе. Так, поржать, развлекательный контент. В общем, как-то так. Смотрите и наслаждайтесь. Вот это я заказывал. Вот то, что мне пришло, как бы... по заказу должно было прийти, вернее. Вот есть таблица размеров, и в этой таблице размеров, соответственно, ну, можно как бы увеличить, посмотреть, и там есть конкретно размер такой: S, L, XL, ну и по нарастающей. Я заказал XL, и у меня стоит в заказе XL, но почему-то ребята посчитали, что нужно дать S-ку. Ну, в общем, вот такой вот веселый контент, кому было интересно. Ну, а вы, ребятишки, которые там на фасовке, либо вы поздно вечером это все фасовали, либо отсыпьте немножко, тоже поржать. Слишком забористо у вас получается, в последнее время особенно. Ладно, всем пока. Кому было весело, ставьте лайк. Кому было грустно, ставьте дизлайк. Добавляйтесь в друзья, пишите комментарии.